Ребят, ну что, сегодня ваш первый, один из первых концертов в Москве. Ну, в первую очередь, давайте, как шла подготовка, какие были форс-мажорные ситуации, может быть? Вот, ну мы с Мией никогда не репетировали вместе, ну потому что мы вообще как бы не общаемся, это только мы на камеру, вот, чтобы все думали, что мы дружим. На самом деле мы, ну вообще... Враги. Да, мы ненавидим друг друга. Она это волосы мои зачем-то брала порчу навести. Вот, ладно, а шучу. Он мне говно под дверь подкидывал. И тухлую рыбу. В смысле? Я сюрприз тебе хотела сделать. Я кто где-то узнал, что так... я люблю говно и тухлую рыбу. Ну, ты же... Королева Киана. Слушаешь инстасамку. Блин, дурачок. Что происходит, непонятно, похоже мне одной, понимаете? Хотя подписано, что на Егора, что на Мию. Ну, расскажите вообще... Надо уже привыкнуть к ягодкам моим, понимаешь? Откусить всегда. Ну, всегда. Надо... Хочет откусить, стой смирно. Ребят, сколько сегодня людей к вам придет на концерт? Давай. Человек 20. Нет, 15. Нет, это еще эти... Два. А плюс наши друзья, человек 20. Плюс наши друзья, друзей у нас нет, поэтому, да, 15. Ну, да. Мне также очень интересно, расскажите, чем планируете удивлять? Ну, будут какие-то, может быть, подтанцовки или там, я не знаю, фейерверки сегодня нас ждать? Пососемся? Я пососу сегодня на сцене, да. С кем? Со случайной подписчицей. Мия, это расстроилась? Я игнорировала мое предложение. Ну, я не расстроилась, потому что я просто проверяла его. Ну, не обижайся. Как говорится, вы видели это первыми, и также всех ваших поклонников. Продолжение в телеграм-канале. По свайпу, да. Ребят, ну после этого вы мне должны скинуть какое-то видео, понимаете, с продолжением. Мы ничего тебе не скинем, плати деньги. Вот так вот, понимаете, ты их поддерживаешь с выходами трека, они тебе... Цифру говори, сколько денег? Миллионов 50. И... Плюс твой гонорар. Плюс мой, это 20. Да ладно, я и так ваши сливы в интернете найти смогу, не переживайте. Также все будут, я фотошопом владею. Просто заявить открыто, что на меня сливов никто нигде никогда не найдет. Ты что, никогда голых фоток не делал? То, что я не дурочка делать голые фотки, всех популярных людей взламывают и потом сливают. Я не делаю голые фотки. Мне кажется, все популярные люди просто сами сливают свои фотографии, чтобы хайпануть. Ну да, кстати. Вот тайны раскрыты. И, ребят, еще буквально 1-2 вопроса. Всех поклонников ваших... Сейчас по факту решу. Всех поклонников ваших интересует, ждать ли от вас еще новых совместных треков? Нет. Опа. Егор. Лицо. Я тебе сейчас волосы синие твои покрашу в розовый. И ты будешь не королева океана, а королева моего костюма. Не, почему так резко? Почему все, долой, дуэт да, с Егором Шипом? Да никакой дуэт, дуэта никогда не было. Мы сольные артисты, самостоятельные, крутые. Мы же все так позиционируют. Нас ребят. Никто не позиционирует. У Мии куча своих хитов крутых, у меня куча своих хитов крутых. Нет, почему? У меня много других. Ну, шуточка зашла. Егора Диор, который зашел, как все хиты Мии. Сучка. Нет. Ты Ананас первая Адидас, начала? Ну ладно, все, не будем сраться. Но Ананас Адидас был... Я вообще сейчас... Ананас Адидас вообще крутой трек, в принципе. В смысле? Прямо? А мне это надо, думаешь? Пойдем тогда. Погнали, что? Байдони похаваем. Да, чебурек. Так, ну и все-таки последний вопрос. Встречаетесь? Конечно. Да. Ну тогда все, в принципе, интервью можно заканчивать. Выключай.